Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас депутатская программа, потому что в гостях у нас заместитель председателя Совета депутатов городского округа Люберцы Дмитрий Иванович Локтионов. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Добрый день. Давненько вы не были. У нас депутатский корпус уже, как говорится, все практически прошли через нашу программу, в хорошем смысле этого слова. Почему? Потому что многие телезрители, живущие, знают даже своих депутатов, может быть, голосовали за, может быть, голосовали, может быть, не голосовали. Но не всегда знают, что происходит, так сказать, уже на рабочих местах, как депутаты работают и так далее. Мы поэтому и приглашаем в студию, слушаем, может быть, что-то народ там критикует, задают какие-то сложные вопросы, но я думаю, что все депутаты проблемы знают. Кстати, у вас как прием проходит сейчас? Значит, сейчас у нас приемы проходят 4 раза в месяц. Так. У нас проходят приемы по понедельникам. Угу. В первый понедельник месяца это в Коренево, угу. Второй понедельник месяца Краскова, угу. Третий понедельник месяца Малаховка, четвертый понедельник месяца Марусина. Угу. У нас Марусина прибавилась с этого избирательного срока, угу. Потому что раньше у нас границы нашего 8 округа заканчивались на деревне Торбеево. Угу. Теперь к нам с 8 округа перешли такие деревни, как Марусина, Мутюкова, Машкова. Угу. Поэтому открыли для удобства жителей еще четвертый приемный день в месяц. Это в ЖК, ЖК Марусина на территории управляющей компании. Прием осуществляется с 6 до 8 вечера, без предварительной записи. А, то есть просто... Просто человек приходит и... Ну, народ приходит? Вы знаете, бывает по-разному. Бывает всего лишь там 2-3 человека, так. Да. А бывает, что очень достаточно много людей угу. приходит на прием. Бывает, коллективами приходят люди. Коллективами? Группами. Скажем так, группами, да. Группы людей приходят. Вот. Ну и я так понимаю, что помимо личного приема есть еще возможность использования интернета сегодня? И интернет, и телефон, и электронная почта. Также помимо приема непосредственно жителей, вот только в эту субботу была угу. крайняя встреча с жителями деревни Матюкова. Угу. То есть как бы стараемся хотя бы раз в месяц обязательно на какой-то территории встречаться с жителями. Потому что не все успевают прийти на прием, не всем удобно. Поэтому хотя бы где-то раз в месяц, вот до этого, на прошлом месяце встречались с жителями деревни Машкова. Mm. До этого Марусина. Пришли жители? Да, было много людей. Много людей. Что беспокоит? Вот интересно, деревня, что беспокоит сегодня? Ну, в каждой деревне, скажем так, бывают чуть-чуть разные вопросы. Mm. Но вот что, скажем так, одинаково у всех трех деревень? Так. У всех трех деревень одинаковый вопрос – это по дороги, которая угу. проходит через них. Угу. Потому что дорога связывает с собой, ну, скажем так, это дублер Егорьевского шоссе, уж так уж сложилось, скажем да. так, исторически, плюс большое количество грузовых машин, которые идут в промзону. И деревня превращается в город. Деревня превратилась, скажем так, из тихой деревенской улицы или шоссе, угу. так скажем, которое проходило, это превратилось в оживленную трассу, угу. по которой идет большое количество большегрузных автомобилей. Угу. И жители, вот именно вот этот вопрос у всех трех деревень, он одинаков. То есть это просьбы ограничить на территории деревни максимальную скорость 40 км в час, угу. где-то сделать, улучшить уличное освещение, где-то добавить тротуары, где-то угу. добавить автобусный павильон. Угу. То есть большее, как бы в деревнях, конечно, большее количество вопросов это по улично-дорожной сети. Угу. Это такой наиболее такой, как бы, животрепещущий вопрос. Ну, а ставят они вопрос о том, чтобы как-то перекрыть движение грузового транспорта, ведь можешь поставить знак. Смотрите, ну, а мне... это уже не в нашей компетенции, да? Нет, здесь дело не в том, что в компетенции, не компетенции, здесь дело здравого смысла и вообще законности таких действий. Понимаете, конечно, бывает, звучат такие предложения, давайте запретим здесь проезд грузовикам. Да, шлагбаум, знак, ограничение по высоте. Но, понимаете, в чем дело? Это дорога регионального значения. Дорога, если я не ошибаюсь, третьей категории. Дорога, которая связывает ряд населенных пунктов и не только Люберецкого муниципального района, но это и Балаших, и Железнодорожный, и Раменская. Машины уезжают как бы на те территории. Есть промышленные зоны, предприятия, которые работают, платят налоги, дают рабочие места.
И к ним нету другого альтернативного проезда. И когда жителям это объясняешь и говоришь, ну вот вы поймите, это единственный подъезд к этому, а вот да. здесь работают да, люди. Да, да. И даже часто иногда бывает так, что вот в коллективе людей, группе жителей деревни, с кем встречаешься, оказывается работник с этого предприятие. Mm. Говорит, как это вы хотите мне тут, а где я тогда работать буду? Мне что, в Москву ехать или куда-то? Уже, да. Поэтому жителям это объясняешь. И достаточно этот вопрос, он не стоит очень остро, не стоит остро. Люди прекрасно понимают то, что и они просят абсолютно здравые вещи. Они просят улучшить уличное освещение, повесить знак ограничения скорости, потому что на данный момент на ряде участков в деревнях висит знак 60. А это значит 80. А это значит 80. Вы понимаете, что у нас 20 км в час порог. Да. А это достаточно узкая дорога. Люди выходят практически на проезжую часть. Животные, люди, дети могут что угодно может выскочить. Плюс в ночное время грузовик груженный, который идет, подскакивая там на какой-то неровности, на это дома, как бы жители обращают внимание, что дома содрогаются. Угу. Поэтому мы с нашей стороны, с депутата 8-го округа, и мы нашли полное понимание со стороны администрации городского округа о том, что необходимо рассматривать вопросы, и уже начата эта работа по первой деревне Матюково об установлении знака ограничения скорости 40 км в час. Потому что, понимаете, когда вот так даже если смотреть, когда трафик дневной, вечерний, утренний, там и так все едут не больше 40-50, потому что достаточно тихо машины едут. А вот в ночное и выходное время, когда дорога пустая... Кажется, что да, немножко добавляешь. Да, можно да. добавлять, а это людям приносит дискомфорт. Поэтому я думаю, что установка знака километра 40 км в час для водителей, которые ежедневно пользуются в рабочее время данным маршрутом, дороги, данным маршрутом никак не скажется на их удобстве. А вот в ночное время... Какие еще вопросы деревенские есть? Наверное, вода, может быть, или газ? Вы знаете, нет, по газу не было ни разу вопросов. Нет, по газу не было вопросов, потому что эти деревни газифицированы все. А по воде. По воде был только в одной деревне, в Марусино, вопрос, потому что остальные все деревни у нас, в принципе, все люди живут не с центральным водоснабжением, а как все на своих участках со скважинами. А вот в деревне Марусино там есть центральный водопровод. Да. Жители пользуются этим центральным водопроводом. Они обратились с просьбой, чтобы разъяснили им и выяснили его балансовую принадлежность. Да. А мы обратились с письмом депутата 8-го округа в администрацию. Администрация, это буквально было вот 2 недели назад, администрация сказала, вообще как бы нет вопросов, мы это рассмотрим. И если вдруг он даже не на балансе, потому что бывает такое, что в деревнях старые сети, там, которые много лет не приняты, это все будет сделано так, чтобы жителям было максимально удобно, что сети будут оформлены, если до сих пор как бы не оформлены. Ну, а они платят за воду? Да, да. То есть они не понимают, кому они платят, так я понимаю? Нет, они платят по договорам Люберецкому водоканалу. Но у них встает вопрос, что стоит ли их сеть на балансе Люберецкого водоканала. Потому что в случае, не дай бог, какой-то аварийной ситуации, чтобы они не остались один на один с этой проблемой. Потому что ведь ресурсоснабжающая организация может поставлять и по чужим трубам, условно скажем, или по бесхозным трубам свой ресурс. Их волнует вот этот вопрос. Ну, коли мы заговорили о дорогах, давайте первую часть нашего разговора завершим тоже дорожной тематикой. Потому что для городского округа Люберцы, как для такого огромного регионального, скажем, дорожного участка, если можно так выразиться, который рядом с Москвой находится, да, вы уже об этом говорили, это очень важно. Сейчас у нас идет строительство Октябрьского проспекта, который, так сказать, на уровне, на самом высоком, и мы все за этим следим, и все, так сказать, на наших глазах это происходит. Но есть еще масса других дорожных вопросов, вот как они сегодня решаются? Ну, вы абсолютно правильно сказали, что Люберцы, ну, во-первых, это очень густонаселенный, наверное, один из самых густонаселенных городских округов и вообще сам город Люберцы в Московской области. А также он является транзитным, через который идет большое количество транспорта в тот же Раменский район, в город Жуковский. Ну и начнем с того, что вообще очень долгожданное и очень, как бы сказать, я считаю, очень важный вопрос. То, что началась и активно уже ведется в течение там, 2-3 лет, это реконструкция трассы М5 «Урал».
Потому что это такая главная такая как бы артерия, потому что я вот сам житель поселка Малаховки. И я вот, например, знаю, что когда М5 «Урал», она стоит в поселке Октябрьский, дальше Островцы, ехать очень сложно. И люди, которые едут, например, в Жуковский, в город Жуковский, да, за рекой Москва есть прекрасный съезд на Жуковский, там послушайся, но до него еще надо доехать, и через поселок Октябрьский, Островцы можно долго стоять. И люди начинают съезжать на Быковское шоссе, которое ведет через Малаховку и пошло дальше туда уже в сторону Жуковского. Опять же, узкое шоссе, большое количество машин. И вот здесь надо как бы сказать вообще огромное спасибо нашему губернатору, потому что Андрею Юрьевичу, потому что если вы как бы видели, то это и по телевизору, в новостях показывали, вот перед тем, как началась реконструкция, именно он обратился к президенту с просьбой дать указание поддержать реконструкцию и строительство, капитальное строительство новой дороги М5 «Урал» с установкой новых мостов через Москва-реку, со строительством обхода вокруг поселка Октябрьское и поселка Островцы. То есть это будет абсолютно новая магистраль с новыми мостами через Москва-реку, которые уже построены, по одному из которых уже идет как бы движение. И мы все можем, когда если поехать в сторону Чулкова, видеть, как ведется активно как бы строительство. То есть это, мне хочется сказать, наверное, такая очень значимая большая стройка для городского округа Люберцы, потому что люди, едущие в Жуковский, в Раменское, им не надо будет многим ехать уже через Егорьевское шоссе тоже, то есть через Быковское шоссе. Так, ему проще человеку по хорошей, красивой дороге проехать и заехать напрямую, как бы, куда ему нужно в город. То ли это ближний край к Москве Раменского, либо это город как бы Жуковский. Ну, я так понимаю, что в последнее время, вот, да, даже вы начали мы с деревенских, да, ваших встреч, но дорога – это по-прежнему одна из самых главных таких историй. Мы видим, как развивается Москва. И как бы сколько ни строй, все равно рождаются какие-то новые проблемы. Но когда все-таки практически каждый москвич, да, ездил по всем основным трассам, которые из Москвы идут, и, конечно же, вот направление Октябрьский и Островцы, вот это все, это, да и те же самые Люберцы у нас есть, тут завороты, повороты. К администрации иногда нужно выстроить очередь, чтобы попасть. Ну вот если продолжить вот развитие дорожной темы, то вот реконструкция Октябрьского проспекта. Так. Да, кому-то, может быть, это, может быть, кому-то как бы не нравилось, какие-то временные неудобства. Ну, когда мы в квартире делаем ремонт, то мы сами испытываем какое-то неудобство и соседям. Но тут оно очень долговременное. Вы знаете, это связано прежде всего с тем, что это центр города. Это огромное количество подземных коммуникаций, которые необходимо перенести. И работа в очень зажатом пространстве. То есть, если мы также можем вот посмотреть, например, М5 «Урал», ребята работают в чистом поле. Да. И то, сколько у людей уходит сил и времени, чтобы коммуникации, которые проходят через это поле, переложить. Но они могут на 100 метров влево там что-нибудь копнуть, на 100 метров здесь вправо. Нельзя. А здесь дома, здесь зажато. Но сейчас мы видим, что уже очень все идет быстрыми темпами. Мы видим, что мы уже подходим к финалу. То есть мы можем видеть вот этот первый этап, эту эстакаду, которая позволит, ну, наверное, одно из самых загруженных мест Октябрьского проспекта и пересечения с улицы Смирновской разгрузить. И также поворот на Комсомольский проспект, на ту сторону. Все, кто здесь живут, знают, сколько здесь, в этом и даже месте кто не мы живет. Да, проводим, как бы сказать, в пробках. Понятно. Ну и также, вот если вот добавить, то у нас с вами сейчас ведется строительство, ну, так называемой дороги Юла. Она начинается там Видное, Бутово, будет до железнодорожного это доходить. Это расшифровывается как? Южная Люберецкая автодорога? Ну, я не знаю, вот честно скажу, не могу сказать, как Юла, так мы все называем Лыткарино-железнодорожный, как бы. Лыткарино-Томильно-железнодорожный, так вот как так. бы эту дорогу, да, как бы расшифровываем. Угу. Ну вот, мы уже можем наблюдать ее активное как бы строительство. И один, я считаю, наверное, из таких, как бы вам сказать, важных плюсов этой дороги будет, что в районе Зенина она будет смыкаться с северо-восточной Хордой, которая будет переходить в новую трассу Москва-Казань М12, и туда же будет вливаться вот эта трасса, вот в этом же узле и Юла. То есть человек, предположим, едущий, ну, скажем так, из Лыткарино, ему, наверное, чтобы попасть, ну, возьмем в тот же аэропорт Шереметьево. Да.
Ему не надо будет по Новой Рязанке выезжать на МКАД, там, думать через МКАД, через центр. Он проскочит до северо-восточной Хорды, по северо-восточной напрямую до Шереметьево. Понятно. Хорошо. Ну вот, говорили об этом, сейчас сделаем небольшую паузу, вопросов много. Напомню, что у нас в гостях заместитель председателя Совета депутатов городского округа Люберцы Дмитрий Локтионов. Продолжение скоро. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Совета депутатов городского округа Люберцы Дмитрий Иванович Локтионов. Поговорили, начали мы очень, мне кажется, здорово с деревенского вопроса. Само слово «деревня», приятно, что оно существует. Поговорили и о дорогах, немножко даже коснулись и Октябрьского проспекта, потому что, кстати, не все депутаты и не все вообще наши гости любят его касаться, потому что, ну, действительно, проблема наболевшая, но мы видим, что возможно, я уж не знаю, успеет к 400-летию, но, по крайней мере, в годы празднования 400-летия я чувствую, что трасса заработает. И коли мы говорим о 400-летии, то вы сами сказали, что коренной житель Малаховки, которая все чаще звучит, но если не на уровне там со словом «Люберцы», то оно практически как сама по себе, ну, с такой историей, с такими именами. С большой, с глубокой историей, да. Вот как меняется поселок, на ваш взгляд? Ну, во-первых, давайте начнем так, по поселку Малаховка. Начнем сперва с жемчужины Малаховки. Вот жемчужины Малаховки – это Малаховского озера. Да. То есть, который имеет, ну, скажем откровенно, многовековую как бы историю, то есть, которому далеко за 100 лет, этому русловому, так скажем, озеру, это запруда реки Македонка. Ну, вот все местные жители, да и гости прекрасно помнят, наверное, хотя, грубо говоря, негатив забывается, остается только все хорошее, как 5 лет назад выглядели берега Малаховского озера. Темнота. Ну, да, песчаные дорожки, в жару на машинах на берег выезжали, мыли, шашлыки кто-то жарил. Может, хорошо, может, плохо, кому-то нравилось. Дикий отдых. Ну, да. дикий, природный. Дико-природный, как бы сказать, отдых. Сейчас мы можем видеть, что какие стали парк, сам парк Малаховское озеро. То есть это пешеходные дорожки с твердым покрытием, с грунтовым покрытием. Дорожки для самокатов, дорожки для велосипедов, детские, спортивные, площадки для загорания, площадки для занятия спортом. Все это освещено круглые сутки. И если раньше, я вот, например, как житель Малаховки вечером еду домой, ну, озеро Малаховское в темноте. Вот темнота, все. Сейчас едешь, подъезжаешь, издалека прям видно такой светящийся массив. И это вечер, и там уже много людей. Если туда с наступлением темноты особо никто раньше даже и близко не заходил, то сейчас люди гуляют, дети на детских площадках играются, спортсмены там, люди, кто за здоровьем, за здоровый образ жизни. За здоровьем там, пришел, да. Да, за здоровьем бегают или там скандинавской ходьбой занимаются. То есть вот именно эта жемчужина, можно обратить внимание, насколько она преобразила сам поселок. Вот именно сам поселок. Если касаться, ну вот опять же, также вернемся к улично-дорожной сети, потому что Малаховка, ну это, конечно, не деревня, но если мы вот вспомним Малаховку там 8-10 лет назад, ну какие у нас были там улицы асфальтированные? Ну, наверное, улица там Республиканская, улица Калинина, там Пионерская. Ну, такие улицы были как бы с асфальтом, ну какие-то там с ямами, какие-то там без ям, еще что-то. То за последнее время, начиная, наверное, года с 2018, в Малаховке, ну и в среднем, ежегодно 7-8 улиц асфальтируются, капитально ремонтируются. Это уж мы не берем там, где делается ямочный ремонт. И сейчас мы можем с вами обратить, какое количество улиц заасфальтировано. Там Красная Змеевка, там конец Пионерской, Новомалаховские улицы. То есть так называемых тещиных дорог нет, когда не поймешь, вот как, что... Естественно. И параллельно с асфальтированием делается и освещение. Потому что я прекрасно помню там, ну, свою юность, свою молодость. Там, из института едешь вечером там, на электричке, вышел на станции, идешь. Ну, наверное, дай бог, на перекрестке одна только горшок с лампочкой Ильича там на ветру колышется. Да, да. А если это, не дай бог, весна или осень, смотришь, чтобы в какую-нибудь лужу не провалиться, там обходишь. Сейчас
улицы освещены. А откуда на все это средство и кто этим занимается? Это как? Совместная работа администрации, депутатов? Что это? Как? Начнем с того, с финансирования. Да. Это работа именно администрации и правительства Московской области. Потому что большое количество улиц делается при большом софинансировании со стороны правительства Московской области. Это очень плотная, очень кропотливая работа именно администрации. И это здесь, вот, скажем так, да, большая заслуга и правительства Московской области, которое дает подавляющее количество денег. Но это непосредственно слаженная работа коллектива администрации, которая выявляет эти улицы. Потому что у нас с вами жители имеют право на добродели голосовать за ту или иную улицу, позицию, которую они хотят заасфальтировать. И по количеству проголосовавших уже администрация направляет в правительство, в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры пожелание, какую улицу будем делать в первую очередь, и вообще какие улицы будем асфальтировать. Это коллективный труд. Это действительно коллективный труд исполнительной власти нашей районной, нас, депутатов, которые жители, собираем, рассказываем, потому что часто жители приходят и говорят, мы хотим, чтобы это было заасфальтировано. Я говорю, нет вопросов, да, дорогие друзья. С такого-то числа мы вас уведомим, на портале Добродел будет открыто голосование, какие голосуйте, улицы. Да. Да, мы вставляем вашу улицу в список голосующих. Кто наберет больше всего там, ну, по рейтингу голосов, те улицы пройдут на голосование. Но с другой стороны, если улица небольшая, и за нее проголосовало только те, кто там живут, то эта улица никогда не будет заасфальтирована. Смотрите, у нас с вами вообще как бы распределяется порядка, если 60% улиц, это те улицы, которые идут по голосованию жителей, 40% на усмотрение администрации. Поэтому такие вот, грубо говоря, администрации несколько как бы есть возможности. Конечно, да. Потому что вы сказали абсолютно правильно, что если это какая-то маленькая улица, на которой там несколько частных домиков, да, а она крайне необходима. Потому что мы же прекрасно понимаем, что какая-нибудь маленькая, коротенькая улица, а по ней может идти большой достаточно трафик. И разбивает, разбивают, грязь, все. Тогда вот у администрации есть вот такие ресурсы, чтобы включить 40% на усмотрение администрации. Ну а какие сегодня у Малаховки есть проблемы? Вот вы как депутат наверняка получаете запросы? Или это по-прежнему все тоже связано с дорогами, может быть, еще где-то освещение, еще где-то лампочку хотят, забор, может быть, какой-то где-то поставить? Ну, давайте скажем так. Первое. Понятно, что это асфальтирование и ямочный ремонт. Так. Это освещение улиц. Это всегда. Это всегда. Это всегда. Это люди, которые хотят есть... Это сфера ЖКХ. То есть у нас вот всегда, всегда, вот когда мы встречаемся с жителями, ну, в деревнях это поменьше существенно, а где присутствует МКД, где присутствует МКД, это всегда благоустройство дворов, это тротуары, это освещение, это улицы. Ну, весь традиционный набор. Абсолютно традиционный набор. Абсолютно. То есть не бывает такого, что прийти и сказать, у нас все работает, можете к нам не приходить. Все равно всегда есть вопрос. Вы знаете, вот что вот хорошо, вот понимаете, вот я уже сказал, что сколько раньше было в Малаховке асфальтированных улиц, или в том же Красково, какие были фонари, тротуаров там не было. Вот возьмем в Красково, например, улицу Лорха. Ну, была вся разбитая улица. Как ее в этом году сделали? Великолепный тротуар, все заасфальтировали. Ну и, кстати, фонари, парк, все не висит. Только же Малаховское озеро парками в городском Малаховке любят. Конечно, сейчас, конечно, конечно. Занимаются. И что самое главное, понимаете, вот человеческая память, видимо, она так устроена, что вот люди, вот как было плохо, и слава богу, что они очень быстро забывают тот вот дискомфорт, который был, и привыкают к тому комфорту. И людям хочется еще лучше. И именно вот эти вот пожелания людей, они и двигают, чтобы жизнь улучшалась, нас к этому подстегивают. Потому что житель может указать, на какой улице яма. Или где что-то течет. Теперь или это... где-то фонарь. Раньше это было труднее, люди-то надо было, а сейчас просто действительно написал. Или где-то аварийное дерево, понимаете, написал. Кстати, это сейчас проблема дерева. Это проблема, конечно, потому что деревья стареют, их надо опиливать, их надо пилить. А у нас сейчас такие, вы видите, как то ураган, тут чуть ли не смерч проходит и так далее. Ну, природа есть природа, мы на природу влиять не можем, но за этим как бы следит, и вы видите, какая производится опилка, и достаточно много опилки, и удаляют аварийные деревья.
Ну, в финале нашего разговора, время уже заканчивается, вернусь к Совету депутатов, потому что всем этот вопрос задаю. Вот Государственная Дума в отпуск ушла, но, как говорят депутаты, что они работают на местах. Угу. То есть правильно я понимаю, что для депутата, для Совета депутатов работа все равно продолжается, несмотря там лето, вот конец августа тоже такой период, бархатный сезон начинается. То есть работа идет постоянно. Я думаю, знаете, у муниципального депутата, выходных нет. Вот я вам уже сказал, что вот по субботам проходят встречи с жителями на местах. То есть суббота уже у вас нет? Субботы нет. Суббота – это всегда тоже рабочий день. Суббота – это рабочий день. У депутата на земле выходных нет. Работаешь всегда. Если хочешь чего-то добиться и чем-то вместе с жителями куда-то двигаться вперед, то работать надо каждый день, как говорят, 24/7. Ну, желаем вам, даже несмотря на это, вот на такую трудную, сложную, скажем, работу, потому что работа все-таки с людьми, а мы понимаем, что депутат Совета депутатов, другому был бы, например, депутат Госдумы, сказал, дайте вам денег за свои средства, не каждый может распоряжаться. И потом есть определенный бюджет, отчетность и так далее. Спасибо за то, что спасибо к нам пришли. Спасибо вам, что пригласили. Приходите спасибо. Почаще. Приглашайте, всегда рады. Сейчас 400-летие. Оно пройдет, и важно, чтобы мы закрепленный успех только развивали. Напомню, что в студии у нас был заместитель председателя Совета депутатов городского округа Люберцы Дмитрий Иванович Локтионов, депутат Совета депутатов. Поговорили о многом. Ну и приглашаем всех, что на Малаховском озере побывать, кто, может быть, не был, отдохнуть, да. Приходите в наш парк, посещайте. Отдыхайте. Прекрасный парк. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания.